Приветствую, мехвоины! С вами Эмва Фэнс, а перед нами вновь одна из легенд вселенной Battletech – Тимбервольф, он же Мэтт Кэт. Тимбер – это один из самых распространенных мехов кланов. При весе в 75 тонн количество даже каноничных конфигураций Мэтт Кэта не поддается исчислению. В серии Мех Warrior, ровно как и в МВО, это едва ли не самый универсальный мех, который можно подогнать под руку любого пилота. Нужно ракетную платформу? Пожалуйста, хоть залей врага насмерть. Лазеры? Да без проблем. Ставь до 9 штук и пили вражину, только не сварись в кабине. Может, баллистику? И это можно. Причем с гарантированно подавляющей мощью. Все ограничено только фантазией владельца и количеством сибилов на счете. Тимбервольф – обладатель выраженного центра торса при проекции в лоб. Собирая большую часть урона именно центром, он рискует быстро остаться дымящимся бубликом. Поэтому главное в пилотировании этого меха – грамотно подставить бока, полностью закрывающие торс. Скорость этого меха после прокачки составляет 87 км в час, что сравнимо с большинством средних мехов внутренней сферы. Орудия в руках у Тимбера находятся на уровне пояса, чуть ниже орудийных точек в большинстве торсовых омниподов. Стрелять вполне удобно, учитывая расположение кокпита над носом меха посреди центра торса. Помните, что из-за специфичного расположения кокпита Мэтт Кэт является очень заметным при выходе из укрытия, в то время как вы еще никого не видите. Особенно это касается конфигураций с ракетными установками. Ноги меха также достаточно массивны. Лайты любят их отгрызать, поэтому брони не жалейте и старайтесь не стоять на месте. Заметные и крупные руки меха также часто страдают. Принимая урон на борт, смотрите, чтобы они не отлетели. В то же время, несмотря на размер, руки почти не скрывают полуторсов. Так что большая часть попаданий все равно уйдет мимо них, это не атлас. При установке ракет у меха появляются уши, как у катапульты, только поменьше. Хотя размеры зависят от установок, например, ЛРМ-20 выглядит крайне внушительно. Эти уши входят в фитбоксы полуторсов, и именно они тот самый демаскирующий элемент при выходе из укрытия. Основные конфигурации. Омниподы. На данный момент в игре представлено 5 моделей Тимбервольфа. Тимбер Prime, A, C, D, S. Prime. Каждый полуторс этой модели имеет 5% буст на скорость полета ракет. По 2 энерготочки в руке. По одной ракетной установке в каждом полуторсе. Одна баллистика в правом полуторсе. И одна в ЦТ. По умолчанию вооружен двумя клановскими большими лазерами увеличенной дальности, двумя средними лазерами увеличенной дальности и парой установок дальнобойных ракет ЛРМ-20. Дополняет этот музыкальный инструмент два клановских пулемета. С боекомплектом бедненько, по тонне на каждую ракетную установку и тонна пулеметных патронов, так что особо не разгуляешься. Уникальность этой модели состоит в наличии одной баллистики в ЦТ, но, как правило, мех полностью реконфигурируется и хардпоинт в центре торса не задействуется. Тимбер Альфа обладает бустом от омниподов типа «Собери их все», увеличивающим на 5% угол и на 20% скорость поворота торса. Отдельно правый полуторс дает 5% бонус к ускорению и торможению, а также 10% к скорости реверса, пятится шустрее. Но все эти радости компенсируются штрафами от левого полуторса, аннулирующими правый борт плюс смешающими углу поворота корпуса на 5% и тормозящими вращение на 10%, так что в стоке нам остается ничего. Альфа – обладатель энергетики в центре торса и уникального левого полуторса с тремя энерготочками на плече, так что можно удобно стрелять из укрытий. Также по одной энергии в каждой руке,
плюс один ракетный слот в правом борту. По умолчанию вооружен двумя ERPPC-кланов, одной установкой управляемых ракет Stryk SRM-6, тремя средними пульс-лазерами кланов и одним малым. Главным преимуществом Альфы остается его безбожно неуклюжий полутор с энергетикой на плече, однако он же его уязвимое место, так как любой опытный пилот, видя этот полуторс, непременно отработает в него всеми орудиями, причем бывает, его отрывают с большим остервенением, чем двадцатку у Атласа, ведь это лишает меха с левым полуторсом от Альфы как минимум половины вооружения, а стрелять в торчащее плечо крайне удобно, рукой оно не прикрыто даже в профиль. Высовываться следует аккуратно и беречь левый борт. Тимбер С, или же Чарли, с баллистикой в правой руке, может разместить в ней даже LB-20X автокэнон. Полностью лишен каких-либо особых квирков. Помимо пушки в правой руке, размещает по одной пусковой установке в каждом полуторсе. Две энергии в левой руке и одна в ЦТ дополняют возможный арсенал. По умолчанию вооружен 5-й ультра-автопушкой, двумя установками дальнобойных ракет ЛРМ-15, противоракетной системой, парой больших лазеров и одним средним. Также относится к фортепианным билдам и в реалиях MechWarrior Online, как правило, пересобирается в более удобные конфигурации. Любим за лазерный слот ЦТ и пушку в руке. Тимберволф Д. Ракетная версия этой машины смерти. Каждый полуторс содержит по два ракетных слота, ну и для автономности меха по одной энергии в ЦТ и в руках. Также лишен бустов. По умолчанию вооружен четырьмя установками Stryk SRM-6, двумя ускорителями частиц и малым лазером в центре торса. Хорош как в стоке, так и при замене вооружения на неуправляемые или дальнобойные ракеты. По части амниподов же, Дельта – одна из наиболее удачных и самодостаточных моделей, которые разве что руки заменяют. В бою легко могут уши оторвать. Имейте в виду, больше ракет – больше уши. Тимберволф С. Что может быть лучше Мэткэта с ракетами ближнего боя? Правильно, прыгающий Мэткэт с ракетами ближнего боя. Общая длина прыжка составляет 35 метров. Два слота и, соответственно, по 2 тонны в каждом полуторсе занято прыжковыми ускорителями. Добавим еще один в ЦТ, и еще на тонну меньше добра вы несете в массы, зато в припрыжку. В дополнение к двум парам ракет, каждый полуторс Тимбера С имеет по одной баллистике. Правый дополнен слотом под энергооружие. Это едва ли не самый толерантный амнипод в игре. Недостает только АМС и ЕЦМ. Правая рука вооружена двумя энергетиками, левая только одной. По умолчанию оснащен четырьмя установками неуправляемых ракет SRM-6, одним малым лазером, двумя средними пульсами и одним большим пульс-лазером. Но за безусловно удачные и функциональные амниподы Тимбер Сигма платит свою цену и имя ей множественные штрафы. Столь емкие полуторсы лишают корпус меха подвижности, минус 5% к углу и скорости поворота торса на правом борту, и еще 5% отнимает от скорости вращения корпусом левый полуторс. Компенсируется эта неуклюжесть общим бонусом отцепили их все амниподов типа S, а именно плюс 15% к скорости поворота корпуса. Остается только минус к углу вращения. Но это не критично, при таком-то арсенале лети да причиняй добро и насаждай справедливость во имя Звездной Лиги. В целом, Тимберволф самый гибкий Омнис и одна из самых сбалансированных машин в игре. Даже свои темные времена в МВО этот мех пережил с честью и по праву рекомендуется одним из первых для освоения клантеха наряду с Хеллбрингером и Эбон Ягуаром. Обтекаемый, в меру уязвимый, не в меру опасный. Мэткэт даст фору большинству машин своего класса по обе стороны периферии. А вот и вердикт подлетел. Живучесть на стандартном двигателе.
нет данных, у клановых омнисов XL приварен намертво. Живучесть на сверхлегком движке, 4 дракона из 5. Берегите полуторсы, особенно ушастики. И помните, без полуторса мех на клановском XL двигателе хоть и не падает, но теряет подвижность. Скорость, 5 шустрых драконов из 5. Волчок загонит любую добычу. Огневая мощь, 5 злобных драконов из 5. Лучи добра. Управляемость, 4 дракона из 5. Кокпит ниже плеч и большие уши цепляются за косяки. С вами были MV Fans. До встречи на полях сражений! Берегитесь бешеных кошек и матерых волков!